Что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена пилотажная группа «Стрижи» сыграла в хоккей с представителями Чебоксарской администрации. Капитанами команд стали полковник Сергей Осяйкин и сити-менеджер города Алексей Латыков. Первое вбрасывание, третья минута матча. Команда «Стрижей» открывает счет. Летчики набрали высоту. Однако представители госслужащих буквально через мгновение отправили в ворота ответную шайбу. Бодрое начало игры продолжилось не менее активными атаками с обеих сторон. Несмотря на то, что матч товарищеский, хоккеисты выкладывались на льду по полной. Ни одна из команд по ходу игры не могла оторваться в счете более чем на шайбу. Матч закончился в ничью 10-10. Интересно, что команды уже встречались на хоккейной площадке 4 года назад. И тогда по итогам трех периодов счет на табло замер на цифрах 5-5.